немає. Натощак, ох, наполняюсь такой энергией здоровья, процветания из моей золотой чашечки. Сейчас я вот так вот ее разверну чуть-чуть к зеркалу. Ох, доброе утро, любовь моя. Сегодня начинается самый шикарный день в моей жизни. Надо бы, конечно, открыть окно, распахнуть руки. Но мы и так перед зеркалом сделаем. И сказать, да, я готова принять процветание. И небольшими глоточками выпиваем водичку. Как-то нужно немножко. Хорошо меня видно? Блинчик у меня уже подогревается. Блинчик подогревается. Музычку сейчас я включу. Там хорошо видно или нет? Не совсем как-то. Нужно эту штучку немножко подвинуть. Сейчас я принесу такой еще свет, дополнительный свет. У меня он в комнате, лампа это в комнате. Ну, ах, такая эротическая. Тут уже кто-то звонил. За полдень, да? За полдень. Ох, там на банк Тинькофф. 1000 рублей хочет банк Тинькофф. Яндекс, волшебный Яндекс.
вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». И очередная моя программа моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Добрая фея из волшебной позитивной сказки.